Ситуация стабильная. Это о коронавирусе. В Приднестровье заболеваемость не растет уже несколько недель. Мы на так называемом ковид-плато. Сейчас в среднем в сутки выявляют 204 новых случая, так же, как и неделю назад. Продолжают болеть дети. Госпитализировано детей 26. Неделя ранее стационарное лечение проходило 29 детей. На сегодняшний день всего в республике болеет 1561 человек. Из них амбулаторное лечение на дому проходит 1307 пациентов. Из позитивного за прошлую неделю больше людей выздоровело, чем заболело. Напоминаем, в Приднестровье масочный режим. Маски носим в магазинах, маршрутках, поликлиниках.